Две персональные выставки картин 3 месяца ждали своих зрителей. Полотна развесили в зале буквально за несколько дней до закрытия художественной галереи на карантин. И пока сами живописцы не попросят их вернуть, они будут находиться в Сарове. Выставки заслуженного художника России Александра Афанасьевича Колотилова, нашего большого друга города, который часто к нам приезжает. Мы 10 лет уже с ним дружим. И это третья и самая большая, пожалуй, его персональная выставка в нашем городе. И вторая выставка расположилась на втором этаже. Это нижегородский художник, член Союза художников России Дмитрий Юрьевич Ганин. Художественная галерея начала работать с ограничениями. Двери открыты в будние дни с 10 часов до 6 часов вечера. Но приходить на экскурсии можно только небольшими группами. Если приехала семья, если вы вместе все живете, конечно, вы можете прийти, можете заказать экскурсию. Это нужно сделать по телефону. По телефону нашей кассы заявку примут, и мы вас будем ждать в назначенное время. Массовых мероприятий в художественной галерее пока проводить не будут. Показы фильмов и мастер-классы отменены. Как и во многих организациях, вся деятельность художественной галереи сосредоточена в социальных сетях. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.